Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. Зачастую логисты и транспортные компании, курьеры не знают ни отправителя, ни адресата. Не знают содержимого товара, что перевозят и доставляют, тем самым не осознавая, способствуют деятельности наркоторговцев. Именно поэтому здесь нужна ваша гражданская позиция и принципиальность. В целях усиления противодействия наркопреступности и выявления нарколаборатории мы решили провести встречу с представителями транспортно-логистических компаний, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории Ахмолинской области, для составления меморандумов о сотрудничестве. Мы хотим предложить вам включить в меморандум следующее предложение. Транспортно-логистические компании на добровольной основе обязуются информировать правоохранительные органы о подозрительных грузах, вызывающих сомнения в их законности. При обнаружении представителями транспортно-логистической компании грузов сомнительного происхождения или не отвечающих содержанием, заявленным грузоотправителем, информировать правоохранительные органы о таковых. При обнаружении и изъятии из незаконного оборота грузов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, а также прекурсоров и химикатов, используемых для изготовления психоактивных веществ, представитель транспортно-логистической компании обязуется оказывать всестороннюю помощь правоохранительным органам по выявлению всех участников, причастных к указанной преступной деятельности. В свою очередь, правоохранительные органы обязуются обеспечить анонимность.